Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Свой 23-й день рождения отмечает отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД Сургута. За столь долгую историю полицейские пережили многое, в том числе и реформу системы МВД. Однако главная цель неизменна. Каждый день инспекторы ДПС на страже порядка на дорогах Сургута. Всю раз напоминаю, значит, обращаем особое внимание на грубые нарушения ПДД, непосредственно влияющие на безопасность дорожного движения. Это ежедневный развод, так называемый инструктаж, заступающих на дежурство полицейских с указанием целей и задач на смену, ориентировок и точек работы. Набережная 70, подъезд до дома, 3 велосипеда сразу. Это значит, что внимание полицейских будет направлено и на двухколесный транспорт. Ежедневно на линию выходят до 30 экипажей ДПС. Помимо выявления фактов нарушения правил дорожного движения, инспекторы участвуют в том числе и в раскрытии преступлений. Сегодня следит за работой подчиненных заместитель командира батальона Фидан Сайфулин. По последним ориентировкам ничего нету. Так точно. Велосипеды никто не перевозит. А проезжают велосипеды, записываем в служебную книжку. Далее рапортом в дежурную часть. По мотоциклам не было? Нет, еще не было. Видно, время раннее еще. Давайте книжки. Путь от инспектора до одного из руководителей батальона дорожно-патрульной службы, майор полиции Фидан Сайфулин, прошел более чем за 10 лет. За это время характер приобрел настоящую, можно сказать, боевую закалку. Но что в должности инспектора, что заместителя командира ДПС, весьма строг с нарушителями. Без света, почему едете? Давайте ваши документы. И сюда подойдите, вот вам пора поменять колеса, смотрите. Оно уже наперекосяк у вас стоит. Это за то, что долго эксплуатируете транспортные средства именно на этой резине. В общении с населением, да, психология, скажу так, стоит на первом месте. И вот тут мне очень часто помогает именно педагогическое образование, которое я получил в свое время. И там мы изучали психологию, это помогает. А вот сургутян, как их характеризовать? Вообще-то население у нас хорошее, добропорядочное. Ну, естественно, есть категория тех водителей, которые просто не хотят подчиняться именно требованиям законодательства. Работа сложная, на дороге случается всякое. Но люди, несмотря на это, из профессии не уходят и о выборе своем не жалеют. Нет, совершенно ни разу не пожалел, потому что вижу реальную пользу именно от нашей службы, именно в раскрытии преступлений, в охране общественного порядка, в обеспечении безопасности дорожного движения. И наша задача – помочь полицейским. Для этого нужно всего лишь не нарушать. И население, и автопарк Сургута с каждым годом увеличиваются. В таких условиях ГИБДД продолжает весьма успешно наводить порядок на дорогах нашего северного города. И 23 года подряд полицейские каждый день выходят на линию, чтобы охранять наш с вами покой. Дмитрий Круковец, Гамзат Магомедов, Сургут Интерновости.